Дом на курьих ножках, чудо-мельница, колодец. Все это не вещи из сказки, а двор одного дома по улице Меньшикова. Местный дворник с супругой уже несколько лет подряд украшают территорию около дома и привносят новые и новые конструкции в экстерьер. Нелли Хохлова уже 34 года проживает в доме номер 11 по улице Меньшикова. Как признается жительница, площадка перед зданием никогда так не пестрила красками, как сейчас. Поэтому, когда увидела, как трудится местный дворник с супругой, не раздумывая, вышла помогать. Мы сейчас вообще живым радуемся. Они у нас вот все это благоустройство, спасибо им, их энтузиазм. Вот. Ну, а мы уж смотрели, решили сами помочь. Собрались вот так что-то. Сначала один вышел, посмотрели, потом другой. Потом смотрим, уже 6-7 пенсионеров насобиралось. И вот так вот решили немножко помочь благоустроить двор. Общими силами дворовая площадка приобрела краски. Сейчас жители готовят рассаду, чтобы еще больше наполнить цветами территорию. У нас вообще очень дружный дом. Все другу помогают. А когда помогают, это всегда легче. Первый год мы сделали в тот палисадник только из дерева. А в этом году решили покрышек сделать. Радужный забор, свинки, зайчики и многое другое сделали все своими руками местные жители. На фоне серых домов микрорайона Кармановка этот дворик самый примечательный. Во-первых, делали своими руками, и видеть результат самим, а и видеть то, как откликаются вот на все это люди, жильцы и просто даже проходящие мимо люди. Очень приятно, что мы сделали людям приятное. Впрочем, на этом жители не собираются останавливаться. В планах у Галины и Александра дальнейшее обустройство территории дома. Они уже запаслись необходимым материалом, только ждут подходящих погодных условий. Наталья Кислякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».